Вот получается стеклопакет, вот рама насколько ушла. Скорее всего здесь профиль выгнуло, надо откос будет разбирать, раму вставлять, запенивать там все. Вот снял штапик, раму так саму по себе не может выгнуть настолько. Вот в общем пошла по стене трещина и там пошла. Здесь видно, что-то стена у вас рухнула и потянула за собой окно. Была вот такая проблема с окном. Стеклопакет, рама ушла туда, стеклопакет здесь торчал, щель была сантиметр. Пришлось вот раздолбить откос. Тут вот нагель стоит. Стеклопакет снял, нагель открутил, поставил вот подкладку на распорку, чтобы раму выдавило. Вся пена отвалилась, сквозная дыра на улицу. Все надо запенивать. Вот сейчас выровнял стеклопакет, теперь он идет ровно.